Гэта невялікі з першага погляду дом, крыло былой школы, цяпер новы прытулак для сямі пенсіянераў. Усе яны адзінокія, асабліва гэтая жыццёвая акалічнасць з яе праблемамі адчуваецца ўзімку. Тады, калі спраўляцца па гаспадарцы і абслугоўваць сябе становіцца асабліва складана. Цяпер у іх распараджэнні будуць камфортныя умовы, спальня, кухня і свой пакой для адпачынку. І галоўнае, побач заўжды будуць суседзі. Будзе весялей. Вот я и хотела идти, чтобы было веселей. Я ж одна там, и знаете, у меня депрессия уже. Я уже не могу одна быть, вот уже, ну, понимаете, как это плохо в депрессии, вот одна оставшаяся. Дом сезонного самостоятельного совместного проживания – такий официальный статус новой установы для нашего региона зусім не новинка. Первой ластовкой организации житла для одиноких состарелых стал Сморгонский район. Тут подобная установа была открыта еще в 2011-м. Час и опыт доказал, такие домы запотребованы, организационный лад життя целком себе оправдывая, как с финансового боку, так и социального. Живут они в одиночку, и особенно в зимний период, почему сезонного проживания, особенно в зимний период очень сложно получить весь объем и спектр социальных услуг, включая и медицинское обслуживание и так далее, на которые в принципе ну, сегодня имеет право претендовать любой гражданин. Здесь это все будет упрощено значительно. До речи, финансирование проекта ожидавлялось по схеме 50 на 50. Половину грошей, необходимых для открытия дома, выдатковали из районного бюджета. Другую половину выделил мясцовый социальный центр. По прикладу сморгонских и лидских коллег працуют и у інших районах. На днях свои дзверы отчинить дом самостоятельного совместного проживания для громадян сталого веку у Іўёвском районе.